В обращении президента народу Казахстана были затронуты все стороны жизни общества. Трансляцию обращения главы государства в прямом эфире смотрели представители актюбинской общественности. Члены регионального совета ветеранов и депутаты областного маслихата, прослушав послание, всецело поддержали курс президента на дальнейшее социально-экономическое развитие Казахстана. Вопрос государственного строя, вопрос правоохранительной системы реформы, вопросы политических должностных лиц, ответственность политических должностных, ответственность судей, понятие суда, переходим на понятие судья. Это тоже немаловажно, когда судья — это есть человек, который лицо должностное, несущее ответственность, определяет это. Касательно выборов, я думаю, он сегодня и согласие получил, он сегодня и обсудил его перед парламентом открытым образом. Еще он попросил сделать 7-летний срок и один срок всего. Нет, повторного срока президентского выбора не будет теперь в Казахстане. Он об этом заявил. Это очень прекрасно. Я думаю, что сегодняшнее послание говорит о том, что да, у нас есть и будет новый Казахстан. Вот эти те, которые были обозначены, все направления, взять цифровизацию, направления, взять о том, что говорил про цены, про другие направления экономики, социальной жизни людей, это все совершенно верный вектор жизни нашей страны.